Мы находимся в учебном виварии Донского государственного технического университета. Наше подразделение является базой практики для студентов, которые обучаются по специальностям ветеринарии, а также студентов-зоотехников и обучающихся по специальности зоопарковое дело. Проходит обучение студентов правилам фиксации животных, техникам введения лекарственных препаратов, правилам по содержанию и уходу за экзотическими животными. Мы единственное учебное заведение, которое имеет возможность проведения обучения непосредственно в контакте с животными, и не просто животными, а экзотическими видами. Многие ветврачи умеют работать с кошками, собаками, но не имеют представления даже как просто зафиксировать, а не говоря уже о том, чтобы оказать первую неотложную помощь экзотическим животным. Мы стараемся обеспечить максимально комфортные условия содержания и питания для наших питомцев. Они здоровы, активные и дают потомство. Сейчас мы находимся, собственно, в учебном виварии. У нас здесь содержатся лабораторные животные, кролики, морские свинки, крысы, линейные и нелинейные, и мышки. Они необходимы для проведения научных исследований, а также как база практики для студентов. Мы практически ежемесячно добавляем в коллекции разные виды животных. Вот, например, недавно у нас появились радужные крабы и рогатая лягушка. Все наши планы на будущее имеют конечную цель, чтобы наши студенты получили на базе нашего подразделения максимум знаний и умений и вышли из стен ДГТУ высококвалифицированными специалистами.